Здравствуйте, вы на канале Infoc, и сегодня мы посмотрим подборку новых китайских дорам. Вся информация о дорамах есть в описании под видео. Первая дорама называется «Странная легенда династии Тан 2» в дораме 40 эпизодов в жанре саспенс, исторический фэнтези-детектив. В главных ролях сыграют актеры Ян Сюйвэнь и Ян Джиган. В дораме нам покажут историю, которая произошла в 712 году. Император Жуй из династии Тан изменил девиз правления на Яньхэ. Династия Тан все еще процветала, но императорский двор переживал глубокий кризис и повсюду таилась опасность. Но чиновник из палаты по уголовным делам и его суровый помощник приступают к расследованием череды странных и загадочных случаев. Первая серия к данной дораме вышла 18 июля 2024 года. Вторая дорама называется «Пьянящий ветер юности» в дораме 40 эпизодов в жанре уся приключения. Главные мужские роли сыграют актеры Хоу Минхао, Хэ Юй и Ся Джи Гуан, а главные женские роли сыграют актрисы Дзян Джен Юй и Ху Лян Синь. В дораме нам покажут историю молодого наследника влиятельного князя. С детства он был непослушным мальчиком, он плохо разбирался в поэзии, не читал военных книг и не учился боевым искусствам. Однако судьба распоряжается по-своему, и молодой наследник начинает обучаться боевым искусством под руководством величайшего воина. Во время обучения он обретает новых друзей, под их влиянием он начинает переосмысливать свою личность и понимает ответственность, которую должен на себя взять. И спустя несколько лет его родной край оказался в опасности, он возглавил группу героев, чтобы оказать сопротивление врагам. Первая серия к данной дораме вышла 29 июля 2024 года. Третья дорама называется «Другая душа во мне» в дораме 24 эпизода в жанре семейной фантастика, романтика, комедия. Главную мужскую роль сыграет актер Джан Идзе, а главные женские роли сыграют актрисы Ян Кунь и Удзяи. В дораме нам покажут историю идеальной бабушки и замкнутой внучки. Они были разделены на многие годы, пока неожиданные события не привели к обмену душами, и они не испытали контраст жизни друг друга. Первая серия к данной дораме вышла 19 июля 2024 года. Четвертая дорама называется «Лучший день в моей жизни» в дораме 14 эпизодов в жанре романтика-мелодрама. Главную мужскую роль сыграет актер Джан Цзюн Минь, а главную женскую роль сыграет актриса Дзян Джинань. В дораме нам покажут историю молодой девушки, которая работает планировщиком в рекламной кампании. Она только что провалила свое шестое свидание вслепую. Однажды на работе на встрече с представителями другой стороны она встретила своего бывшего одноклассника по старшей школе. Из-за случайного происшествия под влиянием алкоголя ее бывший одноклассник стал официальным парнем в кругу ее друзей, и в конечном итоге они стали парой по контракту и начали совместную жизнь. Первая серия к данной дораме вышла 25 июля 2024 года. Пятая дорама называется «Вперед, пляжные волейболистки» в дораме 36 эпизодов в жанре «Дружба, спорт, романтика». Главные мужские роли сыграют актеры Гао Минжуй и Фэй Цимин, а главные женские роли сыграют актрисы Сюйлин Юэ и Джан Сюэин. В дораме нам покажут историю молодой девушки, которая получила тяжелый удар после того, как не смогла квалифицироваться в национальную молодежную сборную по волейболу. В конечном итоге она возвращается в родную деревню и поступает в местную академию. Под натиском своего дедушки она присоединяется к соревнованиям по пляжному волейболу. Первая серия к данной дораме вышла 27 июля 2024 года. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и до встречи в следующем ролике. Всем пока!